прошло пару часиков. Как? Что говоришь? Молочка. И молочка, хорошо. Сейчас посмотрим, готов. Хорошо, сделаю тебе молочка, сделаю тебе кусочек. Все будет, мой принц. Пусть все будет. Нет, другую. Только ты захочешь, пусть улыбнется. Как прежние говорят. Хотят. Хотят этого. Надеюсь, что он за пару часиков смог стать. Смог. Он смог. Ой, мать моя женщина. Что за жизнь? Сливки. Ну что, хорошо же держит форму, да? Классный. Надеюсь, что получится и шоколад растает. Сливки плюс шоколад. Вот такой. Сейчас я его разрежу. Яйцо разбила.
Господи, мать совсем уже. Разбила яйцо. С двери вылетела. Извинитесь. Да что за день-то такой? Разрезал, называется. Развалится, не развалится. Не развалился. Почти. Вот кусок. Давайте напомню, что у меня здесь бисквиты. Те, которые у меня остались еще с прошлого раза. Сюда же у меня было для крема 300 грамм сметаны 25%. Туда же 100 грамм сахарной пудры. Туда же 150 грамм сливки 35%. И туда же крем-чиз 180 грамм. Все это взбило 5-6 минут. Нет, вру, 2-3 минуты, 2-3 минуты я взбила. Слой бисквита, слой крема, слой бисквита, слой крема до верха. Постояло у меня 2, но от силы 3 часа, от силы. Достала, режу. А, шоколад, сами видели, шоколад со сливками. И все, режу, сейчас будем пробовать. Ну ничего, он даже вроде как держит форму, но здесь... Типа панча, да, но это не панча. Сами понимаете, не добавляла в сам бисквит ничего из ягод, из фруктов, ничего не добавляла. Ну, держит форму. Крем получился густой. Сейчас попробую, подождите. Видите? Густо все. Угу. Хорош. Правда, хорош. Даже пропитался. Нежный. Не сухой. Молоко просто. Класс. Все, друзья мои. Кушайте с удовольствием. Приятнейшего вам аппетита, мои хорошие.